Во вторник утром под Тель-Авивом загорелся пассажирский поезд. По данным местной службы скорой помощи, 116 пассажиров доставлены в больницу. Из них пятеро с ожогами и порезами от стекла разбитых окон. Остальные с симптомами отравления дымом. Погибших нет. Одна из пассажирок рассказывает, как выпрыгнула из окна. «Мы выпрыгнули. Было высоко. Я на самом деле даже не знаю. Просто знаю, что прыгнула, оставив вещи в поезде. Я начала быстро двигаться, чтобы отойти подальше от состава». Свидетели рассказали местной радиостанции, что когда пассажиров эвакуировали из поезда, несколько вагонов продолжали гореть. По словам главы службы скорой помощи, процесс эвакуации с самого начала был под контролем. «На самом деле, что касается оказания медицинской помощи пострадавшим, события с самого начала были под полным контролем. На данный момент мы эвакуировали последних травмированных людей в близлежащие больницы». Полиция пока не в состоянии назвать точную причину возгорания. Однако, по данным израильских веб-сайтов, огонь, вероятно, вызвала утечка топлива из двигателя. Поезд следовал в Тель-Авив с севера страны. Движение на этом направлении пока остановлено.